Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь, нередко они становятся основным источником информации. Мы решили использовать все преимущества интернета в рубрике «Сеть». Я Александр Авазов, сегодня в выпуске. Сколько ростовчане тратят на еду? Автобусы и маршрутки будут сменять друг друга. На «Аллее звезд» появится новое имя. Среди жителей крупных городов провели опрос, чтобы узнать, сколько они тратят на продукты питания и товары повседневного спроса. Согласно результатам, дешевле всего продукты обходятся ростовчанам и нижегородцам. В 2013-м жители Донской столицы тратили в среднем 11 800 рублей, в нынешнем – 12 600. Дороже всего продукты обходятся москвичам – 22 222 рубля. Самый стремительный рост цен в Новосибирске. Траты за год выросли на 24%. Средняя российская городская семья тратит 16 тысяч рублей в месяц. Половина расходов на питание приходится на свежие продукты – рыбу, мясо, овощи и фрукты. 80% опрошенных замечают рост цен. 40% из них продолжают покупать те же товары, что и раньше. 22% адаптируются к росту цен, ищут товары подешевле. Приятно, что в нашем городе самые дешевые цены на продукты питания. А то у нас любят порассуждать, какой плохой у нас город. Можно поехать в другие города и переплачивать. В Москве цены на продукты не намного дороже, но зарплата намного выше, где-то в 3-4 раза. Пенсия в 2 раза. Крепитесь, ростовчане. Самое приятное впереди. Транспортные компании Ростова будут заменять большие автобусы микроавтобусами малой вместимостью. Это будет происходить в выходные и праздничные дни. Перевозчики хотят снизить расходы, потому как использование маршруток обходится дешевле. При этом количество пассажиров и стоимость проезда остаются теми же. И попробуй еще влезть в эту маршрутку. В лучшем случае на ступеньке место найдется. Даешь кондиционер, чистоту, вежливых и опрятных водителей в каждый автобус, троллейбус и маршрутку. Новое имя появится на «Аллее звезд» этой осенью. Из 10 кандидатур ростовчане должны отобрать тройку финалистов. В голосовании принимают участие купец Парамонов, первый директор ростовского зоопарка Владимир Кегель, писатель Алексей Карасев, доктор филологических наук Евгений Корнилов и другие знаменитые жители Донской столицы. Имя нового обладателя звезды станет известно 1 октября. Проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте звезда-ростов.ру. Другая интересная городская информация доступна на сайте ростовлайв.ру в разделе «Не новости». А мы с вами встретимся ровно через неделю. До скорого!